С 20 апреля по 1 июня начинается замена персональной транспортной социальной карты. Все региональные льготники получат новый именной проездной билет с фотографией владельца. Процесс персонализации займет не более 4 минут, и сделать это можно не только в центральном офисе на Московском проспекте, а еще в 5 пунктах. Единая транспортная карта позволяет оплачивать проезд безналичным способом. Такая карта стоит 600 рублей и может использоваться льготниками в общественном транспорте на расстоянии не более чем 50 километров от станции. Причем пользоваться и проездным можно неограниченное количество раз. Пассажир в салоне транспортного средства прикладывает карту к специальному устройству и таким образом оплачивает проезд. Дать возможность социальной категории граждан еще получить как бы льготу вот в таком виде. Во всех регионах своих социальные категории граждан поддерживают все регионы. Кто там 200, кто-то 300. У нас Чувашии поддерживают сильнее всех, то есть 600. Правда, это отрицательно сказывается на перевозчиках. Все-таки они переводят большое количество народу. Если это сезон огородный, то бывает, что 3% едут с билетом, а остальные битком народ едет без билета. И поэтому вот ситуация неоднозначная. Он действует на сильный транспорт.